Добрый день, поважаемые сябры! Щиро вітаем вас, дорогие земляки и шановные гости города! Віншуем вас со святом працы 1 мая! Квітней, Беларусь, дорогая! Квітней вековою красой! Не отпусто на певы удали и чуть на родине усёй! Як люди в шахте спявали, а в спадщине родной своей! У звоня кипучая працы идут за годами годы! Квітней, Беларусь, дорогая! Як вёснами сад молоды! Старшині районного об'єднання профсоюзу Ганцевицького району Кондратович Наталі Леонідовні. Уважаемые товарищи, мы собрались сегодня, 1 мая, в день праздника труда. Его девиз известен всем – мир, труд, май. Разглядывающее представление дела и управления райвыконкома, предприятия, установки и организации, Ганцевицкий районный выконавший комитет вырашил занести на точку гонору за достигнутые выники и значный вклад в социально-экономическое развитие района сирот предприятий, организации установок района, филиал открытого акционерного товариства «Брестский пекар», Ганцевицкий хлебозавод, директор Артеменко Андрей Викторович. Агаревичский сельский выконавший комитет, старшиня Агейка Светлана Владимировна. Самый большой сельский совет, вот подумайте только, вот эта уважаемая женщина руководить тремя руководителями СПК. Поэтому, наверное, и заслужена на доску почета. Спасибо. Товариство с обмежеванной отказностью Горск. Ну, предприятию уже 15, еще 10 раз постолько. Державная установа эдукации Ганцевичский районный центр дитячей и юнацкой творчести. Ну и, наверное, Елена Николаевна, это ее праздник, она трудяга. Молочная товарная ферма номер 1 сельскохозяйственного вытворчего кооператива «Дубники». Ну, Елена Анатольевна не только хороший работник. Представляете, 5 сыновей. Агаревичская амбулатория агульной практики. Загадчика напелка Ганоева Вацлавовна. В 85 году открыли амбулаторию. Пришла молодым специалистом. Это уже 30 лет. 30 лет нашла там половинку. И 30 лет, 2 юбилея. Поэтому я думаю, что достойно. Віншуем, шановные, з узнагородами. Барыга Алина Александровна, керівника екологічного відділення Державної установи едукації Ганцевицька дитяча школа мистецтв. Дякуючи талановитому наставнику розвивається і професійно мотовується хореографічне відділення дитячої школи мистецтв. Ну, що зробила Єлена для Ганцевщини, то, наверное, може, в будущем треба буде і героя.